Сегодня многие женщины в поисках своего нарядного платья. Давайте обратим внимание на черный цвет. Мне очень нравится эта легкая дымка из дымчато-розовых и серых цветов. Платье настолько тонко чувствуется. Вот многие женщины выбирают маленькое черное платье. И я хочу сказать, что вот это платье покоряет меня утонченностью, простотой, красотой, романтичностью. Вот бывает, видишь платье, и всего в нем много, а не на что смотреть. А здесь всего в достатке. Эти цветы, словно живые кувшинки, распускаются на наших глазах. А вот и наша прекрасная Елена. Лена выбирает черный цвет. Леночка, наша Шептунова, выбирает васильковый синий, так же, как и Катя. Выбирайте свою расцветку, какая вам нравится. Размеры есть от 46 до 56. Свет, давай сразу размеры определим, потому что многие звонят и спрашивают именно размеры. Наше платье приталено. И глядя на Катю, я могу точно сказать, наше платье невероятно стройное. Нет. Если вы хотите, чтобы это платье стройнило вас и у вас нет секретов в области живота, обратите внимание, что платье скроено таким образом, что талия здесь подчеркнута. Если у вас талия, выбирайте размер в размер. А вот если, дорогие мои, вам хочется скрыть эту область, лучше выбрать платье на размер больше. Автоматически скидка 2300 рублей, ну а вы получаете ваше заветное маленькое изящное черное платье. Если вы хотите стать изящной леди, подчеркнуть свои достоинства и просто стать особенной, выбирайте это платье, как сделала сегодня я. Давайте посмотрим на ткань, друзья мои. Хочу сказать, что у нас капсульная коллекция. Здесь очень дорогие ткани. Я не раз говорила вам о сложной технике окрашивания, которая называется фотопринт. А сейчас вглядитесь сами. Каждый лепесток словно живой. Это сложная техника и амбре, и фотопринт. Все на нашем полотне. И мне нравится, что это платье действительно особенное. Сам по себе материал относится к семейству шелковистых. Это крепдиши нового поколения с добавлением полиэфира. А значит, эта ткань будет долго служить вам, и она будет всегда яркой. Оттенки не будут вымываться. Посмотри, Лена, ощущение складывается, что действительно цветы где-то вдали, приближен эффект 3D. Очень сложная техника окрашивания. Да, действительно, вот смотрите, мы видели с вами эффект 3D в кинотеатрах, да, может быть. Но когда мы видим его на платье, и при этом понимаем, что сегодня, когда мы в нем находимся, все взоры прикованы именно к нам. Все сразу рассматривают, что это за цветы, что это за женщина идет в таком прекрасном платье. Выбирайте платье «Изящная леди». 2999 рублей, ну и, конечно, умопомрачительный образ. Вот хотела сказать еще про фасон. Давайте на Леночку посмотрим. Да. Юбка клеш сделана в нежную складку, и мне очень нравится, что за счет этой драпировки мы моделируем фигуру. Дамы, кому не хватает прекрасных форм и объема соблазнительности, выбирайте платье «Изящная леди». Здесь на акценте складок мы как будто бы прибавляем бедрышек. Да. Вот это эпоха 70-х годов. Очень мне то нравится. Самое время, когда героини фильмов украшали себя такими романтичными образами. Если у вас, наоборот, широкие бедра, наша драпировка будет все скрывать. И, конечно же, в этом платье из-за посадки вточного рукава крылышка, идеальной талии у нас фигура становится как песочные часы. Если вы хотите иметь фигуру песочные часы, то платье «Изящная леди» именно для вас. Ну, а если вы думаете, как же его надевать, то мы сейчас вам раскроем секрет. Наше платье, как я уже сказала, сделано акцент на талии. Но пусть вас это не смущает. Наше платье легко надевать, как обычный наряд. Ведь здесь есть потайная молния. Кстати, можно разглядеть все сразу. И внутреннюю обработку, и качество молнии. Проверять очень легко. Посмотрите, как легко бегунок бегает. А на самом деле, вначале молния пришивается на руках. Только после этого мастерицы проверяют ее, и платье попадает под строчку машины. Ну вот это действительно, Свет, 100% качество, которое мы и видим сейчас, и которое я ощущаю на себе. Невероятный комфорт. Вот если вы раньше надевали платье, которое вот с точным ремешком, да, вот как молнией, да еще и с талией, которая вас сковывает, то в этом платье, я вам хочу сказать, свобода движения просто не ограничена. Легко тебе, правда, легкая ткань, хочется танцевать. А я хочу сказать, мои дорогие, давайте выбирайте вещи, которые будут радовать нас, поднимать настроение. И не забывайте мой совет стилиста. Выбирая черный цвет нарядного платья «Изящная леди», обратите внимание, что наш кардиган «Нежный июнь» розового пудрового цвета идеально вписался в эту гамму. Кстати, Вероника, принеси мне бирюзовый, пожалуйста. Сюда подойдет еще бирюзовый цвет. Давайте посмотрим на то, как наше платье «Изящная леди» будет сочетаться и с кардиганом.
Прекрасный кардиган сочетается с платьем, изящная леди. Забирайте готовый ансамбль. Вот, пожалуйста, вам готовое решение для вашего вечера. Будьте элегантны и станьте действительно первой изящной леди. Подарите себе это невероятное ощущение свободы, невероятное ощущение того, что вы само совершенство. Сегодня это так возможно специально для вас. Абсолютная свобода движения, не нужно втягивать живот, и при этом вы получаете идеальную форму. Очень красивые девочки, мне так нравится, что это платье не имеет возрастных ограничений. Этот наряд выбирают женщины, которые любят элегантность и необычность. Как давно в магазине вы видели платье, которое так же влюбило в себя, как наше платье «Изящная леди»? У меня бывает такое, я прихожу в магазин, вроде бы все есть, но нечего купить. У вас такое было? Вот и сегодня, друзья мои, мы смотрим на эту красоту и понимаем, я ждала это платье давно. Давайте еще раз посмотрим на удивительную роспись цветами, как платье расписано. И мне очень нравится, что наше платье можно дополнять нарядными кардиганами. Если Лена Семенова выбирала розовые цветы, а вы уже заказали для себя бирюзу, смотрите, бирюзовые цветы, давайте посмотрим, сейчас режиссер покажет внизу, бирюзовые цветы идеально сочетаются с нашим бирюзовым кардиганом. Дополняйте свои наряды, украшайте себя, и вы неотразимы. Прекрасное платье «Изящной леди», которое сегодня меня просто покорило. Вы знаете, я чувствую себя действительно помолодевшей. Вот такой юной, даже мне кажется, я себя ощущаю. Если вы хотите забыть о своем возрасте, скинуть пару десятков лет и даже килограмм, потому что в этом платье вы будете изящны. Леночка чуть не скинула сейчас. Я хочу сказать, вот вы знаете, когда смотришь на женщину и думаешь, сколько ей лет, она так молода. Вот это очень важно. Когда мы не ощущаем своего возраста, когда мы молодеем с вами на глазах и получаем море комплиментов. Итак, давайте еще раз подведем итог. Если у вас секреты в области талии, плюс один размер к тому, который вы носите. Если у вас сдвоенный размер, берем в пользу большего. Если у вас богатый верх, лучше взять посвободнее платье. А если у вас стандартная фигура, размер в размер. Успейте дозвониться. Все звонки абсолютно бесплатные. Если вы не делали заказов на нашем телеканале, попробуйте с платья «Изящная леди». 2300 рублей – это ваша экономия на сегодня. Все звонки бесплатные, оплата только при получении на почте.